Добрый день, мои дорогие друзья, подписчики моего канала, а также вновь вошедшие на канал. Те, кто еще не подписались, буду рада вашей подписке. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео и расклады. А мы сегодня рассмотрим с вами расклад, что вы должны знать сейчас. У нас будет три варианта. Первый вариант – аметист, второй – горный хрусталь и третий – камушек нефрит. Загадайте каждый свой вариант, представьте свою ситуацию, и мы с вами потихонечку приступим. Кому не хватает времени определиться с вариантом, нажимайте на паузу, определяйтесь. Итак, первый, второй, третий. Кому не хватает времени, определяйтесь с вариантом, а мы с вами приступаем. Итак, что вам необходимо знать прямо сейчас? Давайте посмотрим сначала, в каких энергиях вы пребываете. В каких энергиях вы сейчас пребываете. Здесь энергия того, что что-то вот не удалось, не получилось, да, как будто бы чего-то вы ждали, хотели какой-то своей победы, чего-то ждали, да, но здесь злитесь немножко на какую-то ситуацию, что-то не получилось так, как хотели вы, да, ну вот. Что-то в энергиях таких пребываете. Если нет такого, значит, вы не тот вариант выбрали. Значит, вам надо перезагадать вариант. Если действительно так и есть, то смотрим дальше. Расклад общий. Не у всех может срезонировать. У кого-то может не срезонировать. Давайте смотреть. Итак, что вам нужно знать прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? Интересно, здесь вот смотря кто смотрит, женщины или мужчины, да, здесь так интересно. Смотрите, что вам нужно знать. У вас какая-то ситуация закончилась, да, резко произошло какое-то разрушение, что-то рухнуло резко, неожиданно, да, вы считали, что это незыблемо, что никогда это не разрушится, но что-то у вас резко, неожиданно рухнуло, и все полетело в тартарары, да? А здесь показывает, что какая-то ситуация закончилась, либо какая-то ситуация из прошлого закончилась, либо с кем-то отношения из прошлого закончились, да? Причем это закончилось резко, неожиданно для вас. И здесь по-старому уже не получится, здесь вообще нужно полностью что-то менять. Одну минуту. И вот здесь какая-то ситуация очень резко разрушилась, да. Если вы женщина, то вы очень много вкладывались в какого-то мужчину, возможно, этот мужчина женат, да. Либо это мужчина земной стихии, телец, дева, козерог. Либо это просто вот, ну, человек, который твердо стоит на ногах. И есть какой-то материальный достаток, да, у человека. Здесь мне показывают, что если вы женщина, вы очень много вкладывались в эти отношения. Вы очень много делали для этого мужчины, да? Вы как-то ему помогали, что-то делали. Тут даже может быть такое, что вы старались, чтобы у этого человека все было хорошо, да? Вы как-то
и на его защите тут мне показывать стояли, и в каких-то делах ему помогали. Возможно, даже здесь тратили свое время, свою энергию, возможно, даже энергетически как-то даже помогали, не только вот в таком аспекте, да, но здесь какая-то вот прям с вашей стороны женской шла какая-то прям большая помощь этому человеку. Я не знаю, тут мужчина или женщина смотрит. Если вы мужчина, то вот какая-то женщина вам помогала, с кем у вас разрушились сейчас отношения. Даже, возможно, вы могли не знать, что она вам помогала, да? Здесь резко разрушилось, отношения разрушились и поставлена точка. Все потому, что вы пытались, здесь мужчина пытался вас продавить, уничтожить вас пытался. А здесь у вас энергетические ресурсы очень сильно уходили, да. Здесь как будто бы, вот знаете, здесь человек держался за свои пентакли, да, а вашу роль в своей жизни он не оценил. Здесь как будто бы вас обесценили, да, женщину обесценили. И здесь человек пытался быть над вами, вас продавить, вас контролировать, да, вот что-то такое прям вот нехорошо как-то поступил по отношению к вам, да. Возможно, здесь энергетически было какое-то на вас воздействие еще могло быть. Человек обманул ваши ожидания. Человек вообще, может быть, несправедливо к вам тут отнесся. Нечестно с вами поступал, да, обманывал здесь какие-то вот... Нехорошо как-то с вами поступил. Вы прям в десятке мечей оказались, да, женщина здесь. Почему говорю? Потому что, смотрите, женщина внизу, мужчина тут сверху. Он ее уничтожил. Здесь на дно опустил, да, здесь прям и ресурсы забраны, и крадники могли быть, если вот... Магически тут смотреть, тут могли быть кратники какие-то, подклады, да, энергетические стяги какие-то могли быть, энергетические уничтожения, да, энергию стягивали. Ну, что-то тут такое прям вот на уничтожение вас было. И здесь женщины пошли дальше. Они, у них осталась память в том, что, возможно, если у вас есть ребенок, то вы просто помните, да, вы пошли вперед, потому что вы выбрали ребенка, потому что здесь... Так, а что тут с ребенком? А, ну тут вас в дураках хотели оставить, да, тут какое-то влияние, воздействие было на ребенка вашего оказано. Обнулить его пытались, да, уничтожить тоже, полностью в дураках, закрыть, пытались ребенка закрыть, и вы это помните. Что-то с ребенком, прям на ребенка какие-то воздействия здесь оказывались, как будто на вашем. Тут все-таки ребенок идет, я не знаю, есть у вас, если нет ребенка, то... Если ребенка нет, то вам тут, знаете, перекрывали дороги, да, перекрывали. На здоровье как-то вас тут тоже оказывали воздействие, да, вот этот мужчина. А еще показывает женщину тут какая-то вмешивалась в ваши отношения. Женщина, которая рядом с этим мужчиной. Так, хорошо, что еще вам надо знать?
что да, ну здесь показывают карты, что вам очень тяжело из-за всей этой ситуации, вам больно, вам тяжело. Вы как бы очень хорошо, да, к этому человеку относились. Вы надеялись, что у вас будет общение, что вы будете общаться, встречаться, дружить, да, и у вас даже, да, вы этого человека любили. Чарли, что ты там? Что там с ним? Что-то подавился, что ли? Вы этого человека любили, да, вы очень хорошо к нему относились, у вас были искренние чувства. Сейчас, что там Чарли у меня? Девочки, тут уже не домашние мешают, тут уже Чарли мешает. Ну, он тоже, конечно, домашний, но куда деваться, это собака. Вот, смотрите, вы очень хорошо к этому человеку относились, вы даже, возможно, о чем-то договорились, да, с этим человеком, о том, чтобы быть вместе, может быть, договорились. Но этот человек, он вместо того, чтобы быть с вами, он уничтожал вас. Вот представляете, как он к вам относился, да? Вот он уничтожал прям вас. Вот. Но это не обязательно прям такое явное уничтожение, да? С кулаками не набрасывался, но здесь было уничтожение. Здесь были обманы. Здесь человек нападал на вас, да? Возможно, критиковал вас. Возможно, знаете, обесценивал вас, да? Пытался как-то наносить вам какие-то удары. Был готов к борьбе, да, постоянно, как бы, знаете, был как будто на чеку, вместо того, чтобы вот вы к нему вот так вот, да, двойка кубков, он к вам вот так вот относился, уничтожал вас, да, он как-то постоянно пытался вас как-то поддеть, ранить, да, больно. Ну а зачем вам это знать, если вы это, допустим, так, а вы знаете об этом? Да, говорит, вы об этом знаете. Так, а почему тогда, раз вы об этом знаете, почему вам это нужно знать? Раз вы об этом знаете, почему нам об этом рассказывают? Выбор. А, ну тут рассказывает, что у человека был выбор, да, выбрать вас или выбрать другую женщину. И что? И он считал, что он просто вас закроет. Здесь он другой неправильный выбор сделал, да? Человек ушел, сделал неправильный выбор, выбрал другое, да? И он считал, что это его мечта, что он там будет счастлив. А вас он закрывать пытался. Так, для чего вам это знать нужно? А здесь потому что здесь вами манипулировали, да? Вам нужно знать это для того, чтобы понимать, что вами манипулировали, вами пытались управлять, возможно, магию применяли, да? И причем магию, вот для чего знать нужно. Здесь применялась магия от некой женщины, вот которую он выбрал. Эта женщина применяла на вас магию. Вот для чего нужно знать, что эта женщина, которую он выбрал, которую он нашел, она магическим способом его к себе увела. Магией, да? И влияла на него магией. Так. А он понимает, что на него магией влияли? Ну, он думает, что это все,
что его там признают императором, он думал, что этику, он как думал, да, что он там император, что он там главный отец семейства, может быть, я не знаю, ну там главный мужчина, его там как бы признают, да, дадут ему императорство, дадут ему много денег, да, и что все это делается ради денег, ради достатка в семье. Так, хорошо. Непонятно, что вам нужно знать об этой ситуации тогда еще. Тут даже кому-то насмерть делали. Может быть, вам насмерть делали. Здесь ситуация, что вам нужно знать, что эта ситуация подошла к концу, что уже этой ситуации в вашей жизни не будет. Здесь что-то закончилось у вас, да, и возможно, вам нужно отправиться в движение. В какую сторону, да, куда-то. Так, что вам нужно знать сейчас? Ну, что вас по дьяволу закрывают? Закрывают вам дороги, или закрывали, да? Дороги по дьяволу. На вас влияла женщина. Причем не только на вас, но, может быть, еще на ваших детей, да, влияла здесь женщина. И причем это женщина, которую вот человек выбрал, с которой человек живет, да. Тут явно с кем-то он живет. Я не знаю, кто это. Это, может, с мамой живет человек, может быть, жена, может быть, ну, не знаю, кто угодно, с кем вот мужчина живет. Вот эта женщина оказывала очень сильное магическое влияние здесь, колдовство здесь, закрытие дорог, да, здесь очень женщина завидовала вашей внешности, здесь могли быть стяги, да, здесь могло быть прям вот, знаете, чернокнижное колдовство, какая-то вот. Очень плохо к вам эта женщина относится, а эта женщина. И еще здесь, что вам нужно знать, что они вас пытались подчинить и делать так, как им надо. Еще вам что нужно знать, что вас тут сажали в бездействие, чтобы вы не двигались, не развивались, чтобы вы в закрытом помещении были, да, чтобы вы никуда не ходили, не развивались, не двигались, а чтобы только вот потребности вот этих людей исполняли, вот этой женщины, то, что ей нужно, да, было. А здесь, я говорю, здесь прям вот четко идет колдовство девочки со стороны этой женщины. А здесь мужчина вас променял, думая, что там хорошо будет, да, что там. А он, кстати, вас променял на дьявола. Да. У этой женщины внутри дьявол. И он выбрал дьявола, не вас. Он выбрал дьявола. Он искусился, дьявол его искусил деньгами. И он ушел за дьяволом. Он здесь мужчина выбрал дьявола. И она оказывала влияние на него и на вас, магически причем. Она его магически какими-то приворотами связала и внушала что-то против вас. Это как наускивала, да? Но не показывала виду, как будто тут. Да, она вас закрывала прям по полной программе. Смотрите, как вот прям вот закрытие тут шло. Уничтожение, закрытие, чтобы вы вообще вот как в гробу сидели, да, не двигались, не дышали, ничего не смогли, ничем заниматься. Делала так, чтобы у вас продвижений никаких вперед не было, да? Так, а он-то понимает это?
А он не хочет это видеть. Он думает, знаете, вот где ему удобно, где ему хорошо, там ему пообещали денег, там ему пообещали богатство, там ему пообещали, что он будет императором, да? И вот он туда пошел, соблазнился на дьявола, искусился, заложенными авторитетами пошел, да? Так. И он, причем, он считает, что это вы виноваты. Они тут, знаете, тут магическое влияние как будто бы оказывалось на него и на вас, но на него делали приворот, а на вас остуду, да, этого человека, чтобы вы тут поссорились, чтобы тут точка была. Но ему она может это не показывать. А как она к нему? Так, а как она ему? А ему она все хорошо, давай двигаться, да, ты там. Нет, она ему, кстати, не показывает своего отношения к вам. Ну, так знаете, из-под тишка под дых, да, его желания. Здесь она какие-то свои интересы соблюдала. А вот этот, кстати, мужчина, он преследовал тоже свои интересы. Здесь мужчина нечестный. Здесь мужчина вас обманывал. Здесь преследовал свои интересы, причем с точки зрения какой-то выгоды. Так, что вам необходимо знать сейчас? Вы знаете, если вы работаете, да, где-то, и у вас есть таланты, вы достигли какого-то мастерства, и вот вам даже тут в работе перекрывали все, чтобы вы не смогли зарабатывать денег, чтобы ваше дело не двигалось, чтобы вы вообще вот прям вот. Ну, тут на все сферы на вас влияли. Так, ну. Если вы об этом знаете, то зачем вам это мне, зачем я должна вам это говорить-то, я не пойму. Так, что вам надо знать сейчас? Если вы, я не знаю, мужчина к вам в дом вхож, что ли, был? Из одной семьи, что ли, вы как-то были? Семья, она может быть разная, да? Муж, жена, или же другая семья, я не знаю, тут по-разному может быть. Тут род показывает семью, что даже вот вам что нужно знать, что он решил отрезать вашу семью. Он в другую сторону, да, теперь смотрит. Туда, куда он выбор сделал, вот он туда смотрит. Так, хорошо, а что вам нужно знать прямо сейчас? Тут смотрите, либо если мужчина к вам приедет и что-то захочет вам предложить, вам надо знать, что он вас обманет. Он вас захочет ввести в заблуждение, обмануть и уничтожить. И опять связано с ребенком и связано с деньгами почему-то еще. Поэтому здесь как бы предупреждение, будьте аккуратны, не верьте, да, вот здесь вот. Здесь четко идет, не верьте этому мужчине. Он вас обманет. Он вас опять уничтожит и опять
ситуация повторится. Здесь нельзя доверять этому человеку. Так, если не собирается приехать, то вам хотят сказать, что не переживайте, да, успокойтесь, что теперь он к вам не сможет приехать, потому что человек вас обманывал, и потому что это влияло на сферу ваших денег и на ваших детей. Тут у кого-то маленькие дети, да? Именно на детей. И здесь ваш человек уничтожал, поэтому вводил в заблуждение, здесь обманывал, лицемерил, да? Человек здесь как-то... Ну, здесь и воровство может быть, да? Что-то воровал у вас. Так, хорошо. И что вам нужно знать еще прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? Что он думал, что его в семье будут признавать императором там, где он выбрал, да, ну, раз он выбрал, там живет, значит, там семья. Не знаю, какая там семья, но вот просто я вам говорю, да. Он думал, что он там будет очень счастлив, но он понял, что он ошибся и что он очень глупо поступил сам себе, да, сам себе сделал хуже. Вот что вам нужно знать. Но он считает, что вы тут виноваты, да? Что ему вот так тяжело. Он прям вот ему хочется прям вот, знаете, с вами поругаться, с мечом приехать. Вам, чтоб тяжело было. И у него с женщинами сейчас что-то не ладится. Почему? А потому что здесь показывают, уничтожил любовь. Потому что здесь вам рану нанес, да, здесь, может быть, любовный треугольник был, я не знаю. Здесь показывают, что человек... Человеку тяжело, потому что здесь поставлена с вами точка. А он так привык с женщинами поступать. Здесь не с одной вами так поступал человек. Здесь у него такая привычная форма поведения, да. И здесь человек понимает, что он вас уничтожил. Тоже уничтожал, да, и вы поэтому поставили точку. И отношения теперь невозможны. Так, а почему теперь у него с другими женщинами отношения невозможны, если с вами тут поставлена точка? Мне не совсем понятно, почему с другими-то. А потому что теперь у него поездки все прекратились, у него дороги закрылись. А здесь ему за борьбу с вами, здесь он не должен был вообще с вами воевать, потому что здесь вы помогали ему, да, всегда. Он вообще не должен был воевать с вами. С вами нельзя было воевать и бороться, конкурировать. Вас нельзя было обижать здесь, женщин, да? Здесь ему, его магия, его же к нему прилетела, если он магичил. Вы поэтому ушли. И у него теперь без вас нет энергии.
в общем, что он вам делал, ему тут все возвращается. Верно говорю? Да, все по справедливости, по высшему суду. Высшие силы все ему возвращают обратно. Все по справедливости. Все, что вам человек делал, человек теперь будет отрабатывать эту карму. Высший суд здесь встал на вашу защиту. Здесь просто нельзя было вас обижать. Вообще, человек куда влез? Зачем он вас обижал? Тут семья показана. Вы, может быть, из семьи его. Да, он вам как это в бездействие вас сажал, боролся с вами, конкурировал. А вы здесь, может быть, верховная жрица, потому что все-таки карты здесь выпадают. Вы практик, да? Вы людям помогаете, а вас тут это закрывали всячески, магически. Но тут дело в том, что здесь, вот по судя по картам, я понимаю так, что здесь на него колдовала некая женщина, которая сейчас с ним. На его голову оказывала влияние, да, в это. Оморочки ему делала, опаивала его там, на вещи его колдовала. Я не знаю, что тут много чего применялось. Привороты ему делала, да, чтобы она для него там казалась самой лучшей, да, чтобы он ее там любил, чтобы он к ней вернулся. Пообещал тут ему золотые горы. И оказывала воздействие на вас, говоря тем самым, ну я же для семьи стараюсь, да, я же для нас стараюсь, чтобы у нас там было все хорошо, да. Но человек, вот этот вот, на которого вы гадаете, да, мужчина, он вместо того, чтобы ее остановить и не позволить на вас влиять, да, он вместе с ней оказывал на вас воздействие, пошел против вас. Причем вы ему ничего плохого не делали, а он вот пошел против вас. И он сейчас сам попал в ловушку. В свою собственную ловушку попал сам. Так, что-то у нас такой длинный первый вариант получился. Я не знаю, что-то нам тут историю рассказали прям аж, да? Итак, у кого проигралась, я не знаю, девочки, напишите, пожалуйста, как у вас проигралась ситуация. Кому понравилось, прошу ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал для взаимного энергообмена. Да, это мое условие, что если вы смотрите, обязательно нужен энергообмен, потому что если энергообменом не делиться, вы сами должны понимать, что вы во Вселенной дисбаланс носите, да, у вас тогда в другом месте отнимется. Это немножко некрасиво, несправедливо, да, когда просто так люди смотрят и не благодарят, хотя лайком, комментарием, подпиской. Это очень важно для равновесия во Вселенной. Так, хорошо. Давайте мы с вами рассмотрим второй вариант, да, что тут у нас прям первый вариант очень длинный был. Если другие будут короче, не обижайтесь. Я не знаю, вот как идет, так я рассказываю. Как только перестают мне рассказывать, я тоже перестаю. Здесь вот по первому варианту сегодня прям такой длительный поток пошел. Кому не знаю, это было предназначено для чего. Так, второй вариант. В каких энергиях вы сейчас пребываете? А здесь мужчина или женщина смотрит. Здесь что-то мне обоих показывает. Если вы мужчина, вы жадно держитесь за деньги, да, тут показывают. За пентакли. И понимаете, что с какой-то женщиной здесь отношения завершены и невозможны. Здесь что-то закончилось. Если вы женщина, то ну, вы тоже понимаете, что отношения с неким мужчиной, да, здесь завершены. Здесь вам человек принес боль, страдания, да, и вы поставили точку, может быть, в этих отношениях. Не знаю, в таких энергиях. Энергиях здесь боли, да, горечи какой-то, обиды, страданий. Так, хорошо, ну давайте сейчас узнаем, да, что вам нужно знать прямо сейчас. Что вам нужно знать прямо сейчас?
Ну что, некий, значит, рыцарь мечей, да, который оказывал влияние на вашу, который поступал с вами бездуховно. Здесь что-то связано было с финансами. Здесь, возможно, у вас, ну, что-то с финансами связано. Он бездуховно как-то к вам относился, со своим интересом, да, закрывал вас в бездействие. Вы от него вырвались, да, пошли в новое. А он хочет с вами разобраться, что ли, здесь с мечом, да? Я не знаю, тут первый вариант на второй перескочил. Что-то очень похожая ситуация опять идет. Так, что вам нужно знать прямо сейчас? Что вас тут обманывали? Вас тут обманывали, вам делали крадники, причем магическим способом. И эти люди считали, что они с вами справедливо поступают. Вам было воздействие на голову, делали саморочки, влияли на память, влияли на, знаете, на мышление, на то, чтобы вы не понимали, что происходит. Вам тут вот прям полностью вас обманули, вводили в заблуждение, да, крадники делали, воровали, может, что-то. На вашу голову очень сильное воздействие шло. И причем здесь какая-то женщина это делала, да, и она считает, что она поступала по справедливости. Так, а она действительно поступала по справедливости? Нет. Мне показывают нет. Восьмерка мечей — это не по справедливости она вас закрывала. Она, знаете, из-за мужчины это все делала на вас. Из-за мужчины. Здесь по какой-то ее личной справедливости. Ну, причем этот мужчина винит почему-то вас, да? Здесь человек как будто бы не от... ну вот мужчина не отличает правду от лжи. А вот эта женщина, она считает, что она по справедливости к вам поступает. Она требует справедливости от богов, да? Но здесь она должна понимать, что первый счет справедливости будет как раз-таки предъявлен ей самой, да? Потому что она неправильно здесь воспринимает справедливость. Она от себя считает справедливой. Но высшие силы тут по-другому справедливость эту видят. Так, хорошо, что вам нужно знать прямо сейчас? Что она хочет вас уничтожить, либо она вас уничтожала, забирала вашу энергию, закрывала вас, да, по дьяволу здесь колдовала на вас очень сильно. Что? Из-за того, что тут, может быть, мужчина вас любил, она хотела победить вас. Она хотела движение вперед, а вам закрыть пути дороги, закрывала вам или закрывает. За вами очень сильно наблюдала и прям вот, знаете, уничтожить вас хочет. Вот прям уничтожить. И раньше хотела. Из-за того, что мужчина, может быть, к вам как-то неравнодушен был, да? Хорошо. Тут чувства мужчины были, а она вас поэтому уничтожала. Так, а что ей надо-то, я не пойму. Она хотела с вами покончить, закрыть вас, обмануть, победить, да, первая победа, чтобы вы не смогли ни двигаться ни в каких сферах, чтобы вы не вышли на свой истинный путь. Хотела вас победить, и все связано с мужчиной.
Она считает, что она лучше всех, что ей должно все принадлежать, что она достойна, а вы недостойны. Так, что вам нужно знать? А вы знаете, вам что нужно знать, что она карму своего рода очень сильно подпортила и из-за денег, да, денег все пыталась. У нее, знаете, у нее здесь человек полностью бездуховный, здесь какой-то, знаете, духовный калека. Здесь эта женщина к вам очень злонамеренно настроена. Она очень хитра, она двуликая. Это вот как, знаете, бывает знак близнецы, да, и два лица, да, вот, либо рыба, да, плывет в двух направлениях. Я не знаю, какой это знак зодиака, но просто вот говорю, вот, когда человек двуличный, злонамеренный, хитрый, и очень плохо к вам настроен, и очень плохо к вам относится. Женщина здесь показывает. Что-то из семьи, что ли, женщины, не знаю. Семья показана. Или семейная женщина. Так, хорошо, что вам нужно знать? Это замужняя женщина. Она за вами наблюдает. Она за вам завидует. Она, кстати, вас копирует. Копирует вашу внешность. Она хочет выглядеть, как вы полностью. Она делает крадники на вашу красоту. И коперы на вас. И очень плохо к вам настроена. Она за вами наблюдает, что вам нужно знать, да? Что еще вам нужно знать прямо сейчас? Что вы вкладывались в этого мужчину какого-то, но он от вас отвернулся. Он вас не оценил по достоинству, да, он не, знаете, здесь вот он. Он хотел вас от рода отсечь. Здесь все, завершение произошло. Здесь смерти вам желал человек. Обалдеть просто. Так. Да, здесь вам прям вот реально, здесь вам как будто бы насмерть сделали, да, чтобы вы покончили с собой. Обалдеть, сейчас у меня карта упала. Так, карта упала. Ага. Здесь, чтобы вы прям покончили с собой, здесь сажали вас в бездействие, чтобы вы двигаться не могли, чтобы у вас ничего не получалось. Вообще тут ее пожелание, и его тоже может быть, да, чтобы вы сдохли, грубо говоря. Что за расклад такой, магический какой-то расклад? Так, ну хорошо, ладно, что вам необходимо знать? Ну что, тут вас обманывал человек, да, говорил, что, может быть, знаете, как-то вот, обманывал, что якобы у него есть чувства, на самом деле он вас уничтожал. Да, он, знаете, свои цели только для блага своей семьи, там, где живет, да, чтобы у него там было счастье, а вам как поддых давал, да, это как нож в спину. Втянул вас в любовный треугольник, возможно, да, и тут все резко рухнуло. Или хотел вас втянуть в любовный треугольник, тут резко рухнул, не получилось. Его желание не осуществилось. А каково его желание-то было? Угу. А желание здесь было, во-первых, получить сексуальное удовлетворение, да? И получить ваш успех, ваши деньги.
ваши ресурсы. Что вам надо знать? Что он с вами боролся? Я говорю, вот здесь боролся с вами, конкурировал. Вообще прям... А теперь ему самому тошно, да, от этого. Так, что вам надо знать сейчас? Что его бесит эта ситуация, и что он без вас наполняться не может, да? Он хочет с вами конфликта. Хочет встречи, конфликта. Хочет союза. Хочет счастья семейного. С кем? С той, которую уничтожил с вами. Ну, а теперь он одинок, да, отшельник, как будто бы. По магии, мне говорят, отшельник по магии. Да, ему тяжело. Но он хочет вернуться и получить свою удачу. Считает, что удача должна ему принадлежать по справедливости. Либо какие-то деньги. Но вы как будто бы с него маску какую-то сняли, да? Вы его разоблачили и... Вы, короче, вы тут его разоблачили, узнали... Ну, не то чтобы узнали, да? Вы, возможно, тут наблюдали за ним, да? И думали, когда он одумается, да? И... Когда он возьмется за ум, да, и начнет уже к вам соответствующе вести себя хорошо, да. И тут вы с него маску сняли. Вы просто вот, ну, как сказать, вы уже терпеть это не смогли, да, вот это такое отношение. И здесь человек, ну, здесь человек вот в таком состоянии. Он понимает, какой он дурак и что он натворил, да? Так, ну вот второй вариант. Что-то похожее на первый, кстати. Очень похожее. Так, и что? Для чего вам это нужно знать? Для чего вам это нужно знать? Для чего вам это нужно знать? Ну, знаете, для чего вам это нужно знать? Что вот он пытался вами управлять, да, пытался вас подчинить, командовал вам, вами. И все это было ради денег, это было все бездуховно, да. Он как-то о вас абсолютно не думал, он думал о себе. И для чего вам нужно знать? Для того, чтобы... понимать, да, что с этим человеком у вас... Все закончено, что этот человек вам причинил боль, и вам надо ставить точку. Да, вам нужно понимать, что этот человек, он для него главное финансы, ресурсы, и он, если вы даже его впустите в свою жизнь, он будет считать, что все должно принадлежать ему, да, по справедливости. И обманным путем тут грязные деньги, воровство, да. Урода. Он прям за вами бдит, наблюдает, да? Так, для чего вам это нужно знать? Для того, чтобы вы закончили эти отношения, потому что здесь
влияние оказывает женщина, воздействие на вашу голову пытается оказать, да, морочки. Да, она тайно влияет, тайно. Насмерть делает тайно, на вас, на ваших детей, на ресурсы, да, на ваших детей особенно делает. На маленьких детей. Если есть маленькие дети, потому что все-таки здесь маленькие дети. Тут чуть ли не насмерть сделается. Чтобы вам тяжело было, чтобы вы не могли выбраться. Она хочет победить. И хочет, чтобы мужчина любил только ее, да. Да, она его обманывает, мне показывают, она его обманывает, она его вводит в заблуждение, она у него же и ворует. Но она магию здесь применяет, я говорю, второй расклад, опять магия здесь идет. В общем, это она влияет на ситуацию, манипулирует, да, и старается управлять. Хочет, чтобы вам было очень тяжело, чтобы мужчина был с вами груб, и чтобы руками мужчины вас уничтожить. Вот что, для чего вам нужно знать. Не знаю, что мне нужно знать. Так, интересно. Так, вам что делать тогда? Что тут за ситуация такая? Там какая-то неприятная для вас ситуация, я бы сказала. Да, вам тогда что делать, да, женщина? Что вам делать? Вам тогда что делать? А вот смотрите, если эта женщина злонамеренная, кстати, она к вам очень плохо относится, она хитра, двулика, да, и она обманывает не только вас, вы, возможно, здесь даже с ней не взаимодействуете, здесь она обманывает мужчину. Вам нужно просто не подпускать, вообще просто разрушать все здесь. Здесь хотят у вас ресурсы забрать. Здесь шанс хотят, чтобы наполниться за ваш счет, да? Да. Вашей энергии не хватает, ваших ресурсов. Вам нужно хорошо подумать, прежде чем принимать какие-то решительные действия. А мужчина тут просто вас хочет получить. Вам говорит, идите, отправляйтесь снова. Думайте о детях больше, о ребенке. Выбирайте ребенка. Мне мужчину здесь надо выбрать. Так, ну хорошо. Второй вариант. Кому проигрался, кому понравилось, прошу ставить лайки, пишите комментарии, да, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать снова интересные видео и расклады. Второй, кстати, очень сильно похож на первый. Такое ощущение, как будто с первого расклада перебежали на второй, да. У кого энергетика посильнее оказалась, кто хорошо, лучше сосредоточился, тот поток и считался. Хорошо. Ну, давайте, может быть, третий вариант другой будет. А то вот первый, второй прям очень похожи были. Очень похожи энергии. Так, третий вариант. В каких энергиях вы сейчас пребываете? В каких энергиях? О, туз мечей, да? Туз мечей. Батюшки, туз мечей, тройка мечей. Девочки, что тут с нами случилось? Туз мечей, тройка мечей. То ли какая-то правда вскрылась, то ли здесь вы какую-то правду узнали, да, и здесь что-то закончилось, разбито сердце у вас, да, вам как-то плохо. Вы очень сильно переживаете за что-то. Может, конфликт какой-то был у вас, да, с кем-то, и вы вот переживаете, в переживаниях здесь каких-то вы. Горе, печаль, боль, переживания, конфликт какой-то, да. Так, ну, если вы в таких энергиях сейчас, то смотрите расклад. Если не ваша энергия, то значит вы просто вариант не тот выбрали.
либо вашего варианта нет сегодня. Смотрите. Итак, давайте узнаем, что вам необходимо знать прямо сейчас. Что вам необходимо знать? Еще такое опять магия, да, все будет. Да. Что вам необходимо знать, что у вас с кем-то закончились отношения, но на ваши отношения влияла некая женщина. Она вот вам, смотрите, она вам на голову оказывала влияние. И она считала, что она справедливо с вами поступает, по ее справедливости. Вы тут ушли в новое. Вас ждет какой-то мужчина, либо идет к вам какой-то мужчина. Не знаю, либо хочет приехать к вам какой-то мужчина, который вас любит. Хочет к вам приехать мужчина с любовью, с чувствами. Но вы уже тут, да, вы уже тут очень внимательно рассматриваете, да, мужчин. Очень внимательно. Вы свой выбор делаете очень осторожно уже теперь. Вы очень осторожны в своем выборе. Вы будете прям как будто разглядывать, да? Нужен мужчина, не нужен, можно ему доверять или нет. Так, что вам нужно знать? Так, разрушение какое-то. Может быть, у вас что-то разрушилось, все-таки не зря вы в тройке мечей и в тузе мечей, да, в энергии. Что-то у вас резко рухнуло неожиданно, да? Что-то какое-то старое закончилось. И причем здесь обман какой-то был, да? Здесь вас как-то жестко обманули. Да, здесь с вами боролись, конкурировали. Сажали вас в одиночество. Оказывали влияние на ваш род. Делали вам тяжесть. Опять магический расклад. Делала это какая-то женщина. Которая выбрала путь дьявола. Понимаете, здесь какая-то императрица, женщина, да? Она... Либо вы императрица, а она королева кубков, либо вы, либо она и королева кубков, и императрица, да, в энергиях. Но она выбрала дьявола. В ней тут мне показывают, в ней самой прям сидит дьявол. Здесь нет души, здесь душа дьявола продана, девочки. И что? Так, и что? Ну, здесь какой-то мужчина, женатый, что ли? Которого она женатый мужчина, который либо вас любит, либо она хотела, женатый мужчина, которого она хотела, загадывала желание, чтобы он ее любил. Здесь как-то по дьяволу приворот идет, да, а он как-то холоден был. И поэтому она вас закрывала и сажала в ограничения, закрывала вам все дороги пути, все реализации, да, пыталась магическим путем закрыть. Так, что вам нужно знать? Опять магия. Что она воздействовала на вас не одна, их было трое. И что тут пришла смерть, да? На эти воздействия. Тайно оказывали на вас влияние тут. Возможно, еще знаете,
Тут много людей что-то на вас оказывали влияние. На вас и на ваших детей. Да, магия тут прям мне четко показывает. Вас закрывали, вас сажали в ограничения из-за какого-то мужчины, чтобы к вам не пришел мужчина. Подвешивали ситуацию, чтобы вы ни с кем не встречались, чтобы у вас никого не было, чтобы вы были в одиночестве, вам желали. А вы как-то, знаете, занимались творчеством, да? А они хотели вас победить. Вы, возможно, работали, зарабатывали деньги, да? И что-то у вас, возможно, трудно с финансами. Вот, а потому что здесь оказывалось влияние, и тут много людей, и они хотели вас победить. Император хотел к вам какой-то вернуться, мужчина из прошлого, да? Но здесь очень какая-то есть женщина злонамеренная, хитрая, двуликая, да? Бездуховная, которая только деньги ей важны, больше ничего. Она ради денег продаст, да, любого, кого угодно. И здесь... Очень завидовала вашей деятельности, вашей работе, пыталась вас уничтожить, с вами боролась и потом наблюдала, да, как у вас там, тяжело ли вам, да, хорошо ли вам там, не умерли, не сдохли ли вы, да. Здесь вот прям вот конкретно вас пытались уничтожить, девочки. Вот конкретно прям уничтожение на вас было сильное воздействие. Не только на вас показывают, на детей тоже. Все это из-за эгоизма, да? Из-за мужчины, некого короля мечей. Так, что вам нужно знать сейчас? Что-то похожий расклад опять. Вау! Что вам нужно знать? Что вот у этой женщины, у нее желание обладать не одним мужчиной, а как минимум пятерыми. Тут женщина гулящая, которая вот на вас магическое воздействие оказывала, некая королева мечей, да, она гулящая, она... Ой, тут... Не, мужчин, у нее мужиков очень много, с которыми она гуляет, да? Да, ну тут прям вообще жесть. Поэтому она вас уничтожала. Так, а при чем тут это? Что-то я не пойму. А вы тут при чем? А, и мужчин тут она против вас, какого-то мужчину настраивала. Так. Я не пойму, ну ладно, гуляет она там с мужиками, да, у нее там полно мужчин. И, а вы тут при чем-то, вы тут каким сном или духом, да, тут? Вы тут при чем? А вы человек очень справедливый, мне показывают, да? Вы как Фемида, вы знаете, вот высшие силы доверили вам такую миссию на Земле, которая дает вам в руки, да, меч и весы. Вам нужно взвешивать, и как только вы принимаете какое-то решение по отношению к какому-либо человеку, да, который несправедливо поступает, который вот плохо себя ведет, да, вам здесь дают правосудие в руки, что в ваших силах, в вашей воле, да, на земле устанавливать справедливость. И она здесь понимает, что она осталась... А, она вас хотела оставить в дураках, да? Она вас тут обнуляла, хотела. Если у вас был мужчина, она обнуляла ваши отношения и, может быть, сделала развод, да, чтобы вы там развелись. Это некая королева мечей мне показывает.
Мужчина, который с ней из семьи, он готов повеситься, он может повеситься, кстати, потому что она с него только деньги требует. Ну, может, еще секс, не знаю. Он хочет к вам, вы с ним были парой или должны были быть парой. Здесь идет какой-то обман. Обман. Что-то детская тема опять вылезает. Обман детей, что ли? Чтобы вы ушли вообще из этой жизни, да? Вот она за вами вот так вот наблюдает, эта женщина. Что ей надо-то от вас? Закрыть вас от мужчин. Чтобы у вас не было никаких мужчин. Чтобы мужчины ее любили. А чтобы вы одна остались. Чтобы вы пребывали в иллюзиях, сидели, что когда-нибудь у меня там будет мужчина, да, я там буду в семье. А вы тут это самое, маску с нее сняли. Все. Вы ее раскусили. И что? Ну, давайте спросим, если холодно закончилось, да, давайте спросим. И зачем вам это надо знать? Может быть, вы это уже знаете давно, да? Зачем об этом карты говорят? Зачем? Зачем вам об этом знать нужно? А знаете, зачем вам об этом знать нужно? Что теперь эта ситуация, вот эта тяжелая ситуация, вот эта магия, да, которую она на вас делала постоянно, здесь эта ситуация подошла к завершению. Все. Вот это вот то, что на вас оказывалось раньше постоянное влияние, воздействие, это какая-то женщина королева мечей с вами боролась, это пришло к завершению, потому что некий король мечей поставил этому точку и потому что любит вас, да? Потому что с вами видит свое будущее. И что? Но он боится, что вы его не примете, что вы ушли в будущее, а ему он останется один. Он боится. Опять же, опять показывает, но эта королева мечей, она очень долго, да, преграждала вам дорогу, она не давала вам пути к счастью, она делала так, чтобы у вас были конфликты в семье, да, она вас закрывала, уничтожала, боролась с вами, конкурировала, закрывала вам все. Дороги мужчины к вам закрывала, да, здесь обман, манипуляция, воровство, введение в заблуждение, насмерть вам делали, да. Чтобы к вам мужчина какой-то не приехал, либо не вернулся, здесь магия делалась. Но здесь показывают, здесь все обнулилось. И что вам надо знать? Что она за что у нее огромное желание, да, вам воздействовать на голову, что у нее огромное желание быть на вас похожей, она завидует вашей внешности, вашей красоте, она завидует всему тому, что у вас есть, и она очень за вами наблюдает, потому что было произведено на вас воздействие и на вашу семью тут показывают на ваш род, и она теперь наблюдает, что будет дальше. Так, это закончилось у вас или нет? Ну, пока говорят, закончилось. Пока закончилось. Да, пока тут все спокойно. Тут она что ли в каком-то союзе?
Нет, у нее, у вас тут пока все спокойно, потому что она занялась своими отношениями, да, своими любовными делами. У нее должно быть какое-то, она хотела куда-то двигаться, но у нее тут все рухнуло. Либо вы должны были встретить человека, она тут вам разрушила все, да, и закрыла вас. И поэтому сейчас она просто наблюдает. Вот что показывает. Так, будет ли она дальше на вас как-то воздействовать? Она тут показывает, будет воздействовать на мужчин. У нее будет выбор стоять. Она очень к вам плохо относится. У нее тут будет выбор стоять, да, делать ли на вас продолжать магию или нет. И на ваших детей, да. А что она выберет? Тут показывают, что она не сможет что-то выбрать, потому что, возможно, тут какой-то мужчина у нее уйдет из жизни, да, причем повесится, может, либо что-то еще. И ее движение вот по отношению к вам, оно будет просто остановлено. Ну, вот такой вот расклад. Для чего вам нужно знать? Ну, вот, что нужно знать? Вот что нужно знать? Вот это нужно вам знать зачем-то. Итак, у кого проигрался, кому понравилось, прошу ставить лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео и расклады. Всех вас благодарю, всего вам доброго, до новых раскладов. Пока-пока.